В Северную Осетию приехала делегация партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». В рамках визита состоялась встреча с активом и пресс-конференция. Обсуждали подготовку к предстоящим выборам, поговорили и о развитии партии и планах на ближайшее будущее. Также объявили, что депутат Гордумы Суслан Дидаров примет участие в выборах по одномандатному округу. Я думаю, что чисто рабочая сегодня встреча была с руководством партии. И думаю, что очень важно, что сегодня наши активисты, наши члены нашей партии увидели руководство и послушали. Рабочая встреча прошла достаточно хорошо. Есть надежда, что если мы все политические силы будут объединять свои усилия в тем, чтобы республика процветала, это самое главное. С выборами разберемся, там кто там первый, кто второй и так далее. Самое главное, после 19 сентября-то выборы кончатся, жизнь начнется. А вот в этой жизни надо очень многое сделать для республики.